Ребята, всем привет, вы на канале Эксперимент KD. Сегодня будем тестировать самодельные ракеты. А для начала давайте их изготовим. Тестировать будем ракеты на сахаре и селитре, а также будут ракеты на черном порохе. Для начала нужно отмерить ровное количество сахара. В данном случае это 35 грамм. Также отмерим калиевую селитру. В нашем случае это 65 грамм. Далее все компоненты мы перемололи в кофемолке. Сахар отдельно, калиевую селитру отдельно. Приготовленное топливо мы запрессовали в заранее приготовленные втулки. А теперь, чтобы ракета приобрела подобающий вид, мы обклеим ракету бумагой красного цвета. Когда двигатель ракеты готов, осталось установить конус-рассекатель, палку-стабилизатор и фитиль. Установим фитиль и можно выезжать тестировать. Итак, мы начинаем тест наших самоделок. Первая ракета на черном порохе. Класс, первая ракета улетела, удачный запуск. Следующая ракета на сахаре и калиевой селитре. Кажется, она не хочет взлетать. Слишком слабая тяга. Нужно уменьшить сопла. Это самый большой наш экземпляр на черном порохе. Эта ракета тоже удачно ушла. Снова ракета на сахаре и калиевой селитре. Диаметр сопла немного меньше. Посмотрите, у нее есть тяга.
Эта ракета тоже на сахаре и калиевой селитре. Это ракета на черном порохе с эффектом эффект вспышки. Не взлетело, потому что не было сопла. Одну ракету взяли заводского изготовления. Ребята, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал.